В минувшие дни в сети появилось видео, где жительница Каспийска, не жалея труд людей, срывает целую охапку цветов, посаженных сотрудниками МБУ «Зеленый город». Такое поведение вызвало возмущение не только у жителей города, но и у представителей организации. Мы же сажаем, ухаживаем для этих цветов, для всего города, для всех горожан, чтобы было красиво здесь вот проходить. Тем более в такую жару сейчас розы обычно не цветут, уже цветение у них останавливается до осени. Но мы делаем все, чтобы они цвели и подкормили, и поливаем по мере возможности. Если есть возможность, через день хотя бы поливать собираемся. Посадили очень много роз и в этом году мы и на Халилова. Половину роз мы не нашли, через буквально месяц уже их не было. Пользуясь случаем, Шевкет Керимов отметил, что сотрудницы организации чистят улицы города каждое утро. Но количество мусора только возрастает, особенно в прогулочных зонах, которые засорены шелухой от семечек. Обратите внимание, сколько здесь семечек. Уже невозможно, уже стыдно. Каждое утро то, что наши уборщицы здесь убирают, горы семечек. Давайте относиться здесь к всему, то, что здесь есть, это все ваше, наше Каспийское, наш город. Мы должны, каждый человек здесь участвовать, оберечь, сохранить, приумножить то, что есть у нас в городе. Сотрудники организации убедительно просят следить за чистотой в городе и убирать мусор за собой. Давайте совместно следить. Будьте добры, еще раз прошу, умоляю, это все наше, общее, городское. Будьте добры, держите в чистоте и порядке наш город. Очень большая просьба.